Вот мы осматриваем домик Мишки. Его что-то не видно. Больше не удастся сделать фильм. Но положим это в архив. Может, когда-нибудь сделаем фильм. Вон водопад не работает. Из этого пачки. Ну вот, хотел снять медведя, а снял маленьких утят. Медведь отдыхает. Да. Медведя сегодня уже не снимешь. Ну, как говорится. Тут кружит, там, наверное, мост, а тут они могут плавать вокруг этого сооружения, сколько им только влезет. И собирать пищу. Thank you.
Зуест парк пражский. За в конце этого парка есть огромный варшавский зоопарк. Великолепный зоопарк. А тут просто такая выставочная витринка зоопара. Это жилище мишек, бурых медведей. К сожалению, сейчас, как я понял, только один медведь. Но тут вот я что-то не обратил внимания. Ничего не... Вот. Так. Вот его жилище мы обходим. Медведя. Со всех сторон. Да. Ну и нам вот удалось сделать два репортажа. Только я ожидаю, когда не заменяют по операции катаракты. Как-то надо. Одно очко в окулярах, в очках. Я, как говорится, вот вид кормящий. Тут вот у него. Видите, раз какой у мишки шикарный дом. Красивое дерево. Продолжаем наш обход. Сделали пару снимочков. Да, конечно. Вот тут небольшой транспорт может довести медведю еду. Вот его жилище. Thank you.
Все, с доброе.